Всем привет, с вами Анна Мяу и Морган. Добро пожаловать на самое крутое, легендарное и самое длинное видео на моем канале, которое называется «Бензин». Нормальное название. Мы к этому влогу написали даже отдельный трек «Бензин», так что ищите на всех площадках, везде все есть. Жестко, да, мы заморочились? Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы всем вместе посмотреть. Артем знает, что там происходит, я еще не знаю. И мы будем по ходу того, как развиваются события, иногда включаться к вам и пояснять или просто рассказывать, что произошло, и наши чувства. Просто первая половина влога идет более целостно, а потом имеются некие разрывы, да, где мы будем пояснять, что же происходило во время этих разрывов. Влог этот необычен тем, то, что каждый из нас снимал вообще изначально сам себе. Потом в середине нашего этого путешествия Аня перестала снимать влог, я продолжил. Мы решили все это объединить в одно огромное видео. Там такое, особенно в конце, там просто трешак. Ну, Аня знает, что в конце, но то, как видео сделано, она еще не видела. Я очень жду прям посмотреть это видео целиком. Просто обалдеть. Передо мной сейчас целый час материала, я готова погружаться. Давай смотреть. Пожалуйста! Очень хочу. Включаю. Ура! Да, прокатали бензин, дин-дин-дин-дин, но это лишь бензин-дин-дин-дин. Как мы будем оттуда выезжать, если мы разбоимся? Да за сигналем сейчас, они разбегутся. Прощайте! Пока, ебать! Пока! Всем привет, мальчики и девочки! Добро пожаловать на мой новый влог про поездку в Волгодонск. Сегодня мы отправляемся с вами в Сегодня мы с вами отправляемся в приключения, прикинь. Уехать нам примерно 14 часов, 1200 километров до Волгодонска. Что ждет нас в дороге, что ждет нас там? Ну, я еще сам не знаю, поэтому я вам сказать не могу. Короче, мы едем туда, и из планов у нас снять дом. Все. Мы едем просто отдыхать, стримить, чилить. А сейчас не забудьте, пожалуйста, под этот влог поставить лайк. Если понравился влог, написать комментарий в конце. Мне будет очень приятно. Для начала нам надо будет убраться, сейчас привести машину в порядок, потому что она очень грязная. Ну, собственно, вот так вот выглядит моя комната. Все надо убрать, прибрать. Последние дни я отдыхала, значит, записывала тиктоки. Ссылка на тикток в описании. Кстати, вот тут точно запостила пост ВКонтакте. Смотрите, какая классная, похудевшая. Похудела до 45 килограмм, никто не верит. Но на самом деле я похудела. Короче, последние дни я занимаюсь тем, что просто ебланью записываю тиктоки. Здесь мои шмотки, здесь я опять же для тиктоков переодеваюсь. Здесь вещи сохнут, а здесь лежит хлам для тиктоков. Подписан на тикток, еще раз повторяю. Вот моя приколдесная кошечка, которую мне подарили подписчики. Хан46, спасибо, очень прикольно. Вот мой телевизор 200 карат, называется TCL. Только у него немножко глюч на Android, но все равно телевизор классный. Стоил 2000 рублей на разборке. Ну и это мои знаменитые геи, все их видели, мне их тоже подарил подписчик, мистер Тарелочка, спасибо большое, распечатал мне очень шикарных геев, я их люблю, все время зрители приходят на стрим и спрашивают, что у тебя геи сосутся. Ну, сосутся, потому что я транссексуал. Купила себе лампу за 2000 рублей на Озоне и записываю, блядь, целыми днями только этим и занята, ничего с этим не могу поделать. Здесь мои шмоточки, здесь тоже тиктокные шмотки, пока я еще ничего не убрала. И вот мое шикарное зеркальце. Ой, вот она, 45-килограммовая красавица, блядь. Девочки, рецепт похудения очень прост. Едим 55 пачек редуксина и становимся такой же 45-килограммовой красавицей, как я. Сегодня нам надо собрать мониторы, компы, столы, все это загрузить в машину. Что, готовы? Все готовы? Я не слышу. Алло, что так темно, блядь? Жду 100 лет жену тиктокершу, которая снимает тиктоки и не идет мыть машину. У меня 1000 подписчиков, только что стукнуло, блин, никто меня не поздравил. Она что? Тоже снимает влог. Ну, блин, ну что ты меня вот так вот снимаешь? А мы с ней еще договаривались, чтобы влоги не были одинаковые. Ну и будет, ты чего, блин? Чего будем кушать? Мы пойдем сейчас есть столовую. Фу! Да, куда, блядь? Я думал шаурму. Фу, заебала шаурма, ебать, я росомаха. Ну так пойдем тогда. Алло, я хочу на 1000 подписчиков в ТикТоке. Хочу, ну, чтобы праздник? Ты мне праздник устроил. Ты же меня поддерживать как муж должен. Ну, давай, вперед. Подарки. Нету. Но я тебе куплю 2 котлеты вместо 1. Бля, охуенно. И воткну туда свеч.
Спасибо, охуенно. Ну все, поехали. Спасибо. Теперь свечи придется искать. Ну что, пришли мы в столовочку кушаться, взяли почти что одинаковый набор. Мы будем отмечать мой праздник. 1010 подписчиков в ТикТоке. Поздравляю, Аня, тебя с 1000 подписчиков на ТикТоке. Чтобы твои ТикТоки стали смыслом всей твоей жизни. И ты умерла в ТикТоке счастливой и классной, молодой. Это вот тебе подарочек. Загадай желание, оно обязательно сбудется. Я желаю, чтобы у меня было заветное желание, чтобы мне исполнилось 2000 подписчиков в ТикТоке. Хочу 2000 подписчиков в ТикТоке, ребят. Покушал на Анином празднике сегодня. Это я снимаю влог без идеи, что говорить. Здравствуйте, я учитель снимания влоги. Если вам нечего говорить, говорите что-нибудь. Кончился урок у меня. Оцените, насколько гангста я по десятибалльной штанине. Штанине, блядь. Ну, моделька, конечно, блядь. Виктория Секрет. Ой, сразу видно, яйца не вмещаются в широкие штаны, блин. Я же говорил, я тоже тут буду. О, Артём, привет, нифига себе, как ты. Это я в машине. Как ты оказался тут? Я чувствуешь во мне Геннадия Горина? Вообще, блядь, один. Ну ладно, сейчас я закрою, чтобы они не подглядывали. Мы сейчас на мойку поедем. Да, мы на мойку, до свидания. Вон, что там, правка дисков? Где? Тут написано. Блядь, палево. Я фотограф теперь с такой камерой. И я занимаюсь фотографированием аниме-аниме-аниме-ем, а анимяу. Йо, я выезжаю на трассу, я сельские сучки слышат кальба. Ура, ну иду на аттракционы кататься, у меня еще будет вообще шикарная фотка. Да, сейчас мы тебя покатаем жестко. Это убийство, это просто убийство. Ну там рыб покормишь. Скриншот отсюда, ребят, возьмите и поставьте себе на авки. Залезешь на альпинистской херне на самый верх? Страшно. Ой, коленками. А как еще, блядь? Надо запрыгивать с сальтухами. Крутая. Ой, все. Сейчас Аня погибнет, чувствую. Блядь, страшно, мама. Такой адреналин. Не, мама, все, слеза. Я слеза очень. А как ты слезешь? Ой, блядь. А, ну нормально. Видишь, на свинячий пятак наступила. Знаешь, как сложно? Ногтями. Чуть не вырвала ногу, чуть не повредила. Такой челлендж, Артём. Я еще на таком спортике вообще, я чувствую адреналин. Прыгай сальто назад. Сейчас, блядь, иди прыгай. Давай. Да, воздух. Ну и как себя, помолодевший чувствуешь? Я в прошлый раз помолодел, когда так поделал. Жесть, как будто 5 лет. Прикольно. Больше и нечего сказать. Прикольно, да, было прикольно. Блядь. Не стирается? А? Не стирается? Не. Аня в Диснейленде. Аня отправляется в трубу веселья. Мама, ты туда не включаешь, больно мне. Теперь Аня отправляется в аквариум счастья. Аквариум счастья. Аня попадает в мир Футурамы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, Аня сейчас накатается и даже в аквапарк не нужен будет. Стрёмно. Тяжело. Тяжело лететь. Я прошла испытание. Итак, обзор турников и развлечений русских дворов. Оцени эту площадку. Этой площадке 6. Из скольки? Из 100? Из 10. Да, значит, неплохая. Это жопа, да, грязная? Ну, да, мокрая, грязная. Ну, короче, почему 6 ставлю? Потому что, ну, для взрослых не подходит, обидно. Ага. И грязная жопа. Грязная жопа тут? Да. Но я бы поставила 5, но поставила 6 чисто за вон тот аквариум в автосервисе. А? Где можно рыб ловить, можно... А. Кидать удочку. А, это, прорубь. Да, лови жуков. Вот это вообще, это плюс балл. Ну, и 6 твердая. А, ладно. Все, спасибо. Спасибо. О,
Девочки, не помылись, там не помылись, сям. Ой, ну началось, все, блин, поехали за подарком моей маме. Поехали. За подарком! Маме! Мы с подписчиками пополам скинулись. Да? Да, я и они. Ну, скажи им спасибо. Спасибо, да, вам. Ребята, что ты мой прыщ на между бровей снимаешь большой? Нет, везде прыщ. У меня везде прыщи? Ну, нет. Тут это... губа отрезкает тихо. Девочки, ну там, в общем, кошмар. Да, это... Короче, сейчас едем за телефоном, за кроссовком. И все, наверное. А может, не все. Ёбаный свет, блядь. Ну, давай, еще шевелиться, я же еду. Да, блядь, ругаются. Пиздец, вообще нихуя не вижу, блядь, зеркала, блядь, пристегнись, блядь, пристегнись, блядь, это вообще, блядь, это просто пиздец, закон блядь. Нарушаю, нет, блядь, это пиздец, блядь. Фу, так стрессанул сейчас, ну все, телефон хочу. Че, телефон забрать? Да. Или за кроссовками сначала? За телефоном, и да? За, потом за кроссовками. Да. Блин. Похоже, как на бомжа. Да. Я тренирую все бомжа. Думаю, роль бомжа куда-нибудь в кино сняться. Из нашей Раши вот этот дебильный бомж, у которого два бомжа. Фу. Вот ты на них похож. А как их звали? Славик и Димон. Ну и что, это куда он пошел? Блять. Я гуляю. А куда я иду? Вот так вот за подарочком надо ходить, девочки, учитесь. Вот подарок маме. Да, ура. Нормальный, мощный, жесткий. Да, хороший, да. Тебе понравится. Даже мимо проходящий оценил, сказал, вау. Сейчас, блядь. И мы морской бой купили. Да, хотим купить еще морской бой. Мне понравился мистер Кукурузик. Готово? Да, да, да. Еще будет движ. На этой полке все давно скучали. Жалко его что-то оставлять. Да, тут. Давай его заберем с собой. Да, он дорогой, 100 рублей стоит. Да, ну херел что-то. Вот так вот, 100 рублей за жопу на лучшего друга. Как я теперь в жизнь? На хорошего друга мистер Кукурузика за жопу сотку. Прощай. Ничего нету? Да ты ничего не посмотрел. Муж. Как сидит. Нормально. В примерочную иди. Хорошо, мужичок. Смехота. Смехота. Нашли вот еще вот такие вот боточки. Вы можете воспользоваться антисептиками для обработки рук, которые установлены на территории. Ну все, по делам съездили, все сделали. Осталось только компы все собрать, столы собрать, в машину положить, поспать, да и поехать. А может сначала в морской бой поиграть? Если что, кричи, а тут удеха, надо его давай, через это суефа, первые ножницы. Первый ход, кто победит, тот первый ход. Да. Первые ножницы. Ага. Фух, слава богу. Все, это были ножницы, теперь без. А, нет. Да. Да? Да. Ну, ладно, теперь на кенгуру и без. Давай. Кенгуру. Ха-ха-ха. D3. А, это я тоже D3? Да, на свои, смотри, D3. Там есть что-то? А что, белую, да, надо втыкать, если не попало? Да, наверное. А, 3, D3. D3. Ой, D3, ты не попала. F5. Мимо. F5. Блядь, сложно играть в это. Да, пиздец. Это требует физических усилий. Ебать. Блядь, у меня эта хуйня упала на нижнюю площадку, я тебе выговорить не могу. Нормально? Да. Ты вниз втыкаешь хоть? Нет. Надо вниз втыкать. Сверху корабли, а внизу ты отмечаешь, куда кто попал, кто не попал. А, я свой ход должен отмечать на одной, а ты на другой. Нет, все ты должен отмечать на одном поле и все. Нет. Да, нет. Да. Что я там делал, блядь? Блядь, я тоже все забыл. Может, нахуй? Надоело. Хуйня, блядь, сложно. Все, я наигрался. Ты хочешь, да? Да сложно. Много времени, палец уже болит, кровь идет почти.
Прошло, я не знаю уже сколько часов, наверное, часа два прошло, как я начала собираться, и что хочу сказать, ура, мы почти что закончили, осталось только по мелочи там собрать. Это, короче, мои сумки, там еще сумки Артема, но это еще не все сумки. У Артема тоже в комнате комп, какие-то провода, аудиокарты, штативы, все это мы заберем с собой. Артем уже пошел все загружать, быстренько приберемся, выкинем мусор, будем ложиться спать. Еду в дикий Волгодонск. 1300 километров между домами. В пути по крышке стираем бутильные дыры в дорогах. Костиль японский ронин против любых славянских равнин. Один на один. Лучший водитель планеты меня везет в дикий Волгодонск. Со скоростью, знаете, какой летим. Сейчас сделаю побольше стоит, чтобы это, ну, все охуели. 120 километров в час. 121 километр в час. Не плачь, папе не плачь. Она, короче, не хочет на руках сидеть. Зато смотрите, что она на мне оставляет, когда сидит у меня на руках. А? Аня говорит, я ковер теперь. Иди с мамой, постой рядышком. Дитё, моё дитё. Вот моё дитё. Чё, салям алейкула, макалекула? Да, пописил рядом с уборщицей в писсуар. И чё, она посмотрела? Нет, убежала назад. Ты напугал, блядь, ребёнок, смотри, что делает. Пьёт бензиновую лужу? Да, она хочет пить. Я с ней пообщался только что. Пообщайся. Тебе чё, попей, чё? Вот наше барахло. Это мы так чуть-чуть с собой взяли мобильно поиграть там, выиграть. Опа-на. Все? Очень много подняла. Она, может, хотела покушать? Не знаю. О, напала. Все, поняла. Да, все. Ну все, попила. Но она стрессует, сейчас она еще раз 10 попьет. Да, давай, подожди. Попи, давай, еще раз. Попи. А потом она меня обоссыт в машине. Да, она уже пописила. Лови. Да блин, когда это закончится-то? Ну ладно, наверное, хватит. Да, реально на черный бумер похож, да, атмосфера? Ну так Россия же. Черный бумер знали, с чего снимать, пиздец, мы сейчас бахнулись. Ты в шоке? Да я вообще погружена в черный бумер, вот это вот все, блядь. Черный бумер? Даже заметила, даже фильтр похож. Да, для жизни нашей. Приехали на заправочку, Артем стреляет в местных. Заправиться как надо. Как вам мой вид? Ой, заебись, очень красиво выглядишь, очень красиво. Полпути проехали. Я уже вахую, как неандерталец общаюсь, честно скажу. Устали просто, капец. Ну, сейчас будем машинку заправлять, гулять, отдыхать. Будем отдыхать немножечко. Думали в Воронеже остановиться, но вроде себя бодро чувствую. Может, туда еще проедемся. А может, не проедемся. А может, не проедемся. А может, не проедемся. А может, проедемся. А может, поспим где-нибудь в кустах. Посмотрим доктора Уолтера Уайта, да, Хайзенберга. Да, все тяжкие хочется смотреть. Мы все тяжкие смотрим, блядь, люблю Уолтера Уайта. Добро пожаловать в Воронеж. Да, у нас здесь есть камера. Да, мы блогеры-влогеры. Ура! Воронежские туристы. Короче, ребята, мы так... Мы, короче... Иди ты вперед, я не знаю, что делать. Иди ты вперед, я сзади попизжу. А, ну ладно, я спереди попизжу. Вот. Короче, ребята, не знаю, там, наверное, слышно Артема, как он пиздит. Ну, Артем, иди помедленней. Здравствуйте, короче. Ну, мы это, ехали и приехали в Воронеж. Ну, Артем! Мы сняли, короче, тут апартаменты, да, идем ночевать, чтобы потом легче доехать. Аня, я все сказал уже. А, да? Да, уже все. О, сказал. Отлично. А ты все сказал? Нет, я вообще еще ничего не сказала, я от тебя бежала. Ну, давай, ты спрашивай. Короче, ребята, ну что, мы решили все-таки отдохнуть на полпути. Вот. Полпути это Воронеж, мы в Воронеже, круто. Вот так я и говорил. Сняли апартаментики, нашла на букинге апартаменты.
где можно заселиться с животными. Вот, спросили, можно ли с маленьким мопсиком. Нам сказали, 500 рублей, доплачиваю 500 рублей. Сейчас будем заселяться, мы взяли уже с собой шмотки и будем вам делать рум-тур. Ого, я не буду. А я буду. Посмотрите у Ани рум-тур. Я буду показывать, как употреблять снюс. Блять, Артём меня там снимал на влог, и я сюда зашла и про него забыла. Как открыть тут, я не знаю. Вот так-то. Да это пиздец. Давай на лифте, тут подниматься на второй этаж не хочу пешком. Я чё, пешком ходят, им чё, заняться нечем? Так. Ой, хорошо, доехал. Всем привет, добро пожаловать в наше холостяцкое логово. Так, красиво. Ой, вот мой обзор на хату. Вы видите всю хату, обзор закончен. Что тут это? Надо пойти пожрать. В холодильнике, наверное, много еды. Сейчас гляну. Итак, обзор на еду в моем холодильнике. Ладно, я знаю свой холодильник. Оу, щит, оу, дэм, what the fuck, оу, ее, придется идти в магазин, блин. Иду я сначала в магазин, в Воронежце. Что такое ходить для меня в... А, да, вот тут, в этом переходе, я чуть ногу не поломал себе уже, пока шел в ту сторону. Так вот, иду я, короче, думаю, круто, ща пойду, бреда накуплю, там, кока-колы, сэмочек, там, еще что-нибудь. Все это покупаю, выхожу с магазина и понимаю, что я не запомнил, с какой стороны я пришел в магнит вообще. Стоял, залипал минут 5, а потом вдалеке увидел над зданием надпись «Украина!» А у нас там вот снято, короче, жилье. Украина меня спасла, ребята. А я тут пока заправляю постельку. Артем отошел. Он хочет купить нам что-нибудь попить. Какое-то жухлое одеялко. Как-то в этой квартире немного холодно. Я там включила газ, хотя написано, нельзя квартиру газом обогревать. Там прям висит пометка, типа, не делайте это. Ладно, короче, как меня учил дед, девочки. Первые два угла сверху заправляем, а потом просто трясем покрывало. И смотрите, как оно собирается чудесным образом. Сейчас я прыщ засуну. И все, берем и трясем. Вот так вот. Опа. 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 Все, спасибо большое, все доброго. Воронежская туста, бытька. Итак, у нас приборы почему-то только на одного человека. Ну, я буду есть вилкой, а ты ложкой. Эй! Ну, ладно, я ложкой, а ты вилкой. Ладно. Вот вся еда. Ну что, пробуем воронежскую карбонару для начала. Пахнет ролтоном. Жесть, прям ролтон. Фу, даже тут воняет. Да? Как будто кто-то кроссовки снял. Это шнурки, на самом деле, блядь. Это вонь носков. Африканских детей, блядь. Типа сыр вкус там. Да. Ну, у меня есть сухарики с сыром. Наверное, то же самое будет. Сухарики с сыром в виде макарон. Если как блюдо, то вкусно. Я поставлю этому 8. А если как карбонара, отстой полный, ставлю этому 4. Селедка под шубой. Фу, воняет тухляком. В смысле, пахнет яйцом. Это там хорошие оценки, ты говоришь? Да, 4,75. Нормально. Ладно, все. А что ты так высоко смотришь? Это я такой высокий? Да, ты огромный. Бразерс, блядь. Ладно, пробуем селедку под шубой. Ты как будто на потолок смотришь просто. Да это ты там, твое лицо на потолке, я чё, виноватая? Нихуй было таким великим рождаться. Вот так, короче, ладно. Ладно, вот заебись, охуенно. Да? Ну ладно. Вот так я вижу, если чё, Аню. Это вообще да, охуенно. Ну тебе реально как бразерс было. А до этого не как бразер. Ну не, нормально, как блогер. Ладно, во, заебись. Самая лучшая селедка под шубой из города Воронеж. Давай, ты вот так в рот ложи долго, а я вот так. Чё? Это салат мимоза. Угу. Это не селедка под шубой. Да? Это мимоза. Ну вот мимозы поотведай. Ну пойдет, для селедки под шубой 4, для мимозы 6. Блинчик с мясом. Сами блинчики вкусно пахнут, смотрите, какие они красивые, румяные. Вкусно? Ну, блинчиками с мясом, как за 80 рублей, все-таки еще есть, да, с Ашана.
Не, хорошенький, четкий. Вот это самое лучшее блюдо пока, что я пробовала. Местная шарлотка. О, какая мягкая, зацени. Зацените, ребята, какая мягкость. Ой-ой-ой. Я ценитель шарлотки, я, блядь... Раза два пекла шарлотку сама и ела шарлотку за 100 рублей в забегаловке. Это самая лучшая в Москве была шарлотка, блядь. Не для кринж. Охуенная шарлотка. Да? Да, луплю десятку, она прям такая сочная. Во-первых, яблочки сочные, сладкие. Сама шарлоточка ванильная, вот эта пудра сверху. Просто белиссимо, очень вкусная шарлотка, тоже десятку луплю. В общем, воронежская доставочка, вермишель она вроде называется. Сколько поставила бы ты честную оценку? Честную оценку? Восьмерочка. Ого. В принципе, мне все понравилось, неплохо. Только все не своего вкуса, да? Ну, кроме селедки и карбона. Самого основного. Ну, вот это вообще... А если бы тебе, ну, ты бы заказала только карбонару и селедку, сколько бы дала оценку? Ой, ну тогда шестерка. Это что-то много, судя по твоему описанию. Не, ну, вот это все спасло. Ну, ладно, семерка с половиной, честно. Вермишель, доставочка воронежская. Спасибо, мы еще к вам вернемся. Доброе утро! Я проснулся. Улыбнулись все. Это, вставайте с компьютеров. Сегодня мы будем заниматься зарядкой. У нас осталось тут полчаса. Это, иначе нас выгонят. У меня кость хрустит. Что еще ты, блядь? Это первая его зарядка за, я не знаю, за всю жизнь. Сколько у нас с тобой? Седьмой год. Это первая зарядка за всю жизнь. Ну, ты должен жить как животное, иначе ты не настроишься на победы в этот замечательный день. Тут идем с пакетами цветными. Единственное, что цветное здесь. Кушать хочешь? Ты уже ела, ты меня обманываешь своим видом. Ну все, вроде бодро, жестко, готов побеждать. Нам осталось еще ехать там километров 600. Сейчас доедем, приедем. Ну, короче, ну поехали. Пока. Доброе утро! Мы все еще в Воронеже, и сегодня у меня была самая, наверное, худшая ночь за всю мою жизнь. И у папы тоже, между прочим, она еще вообще охуевает. Мы все вместе охуеваем. Короче, вообще так не выспалась, знаете, это еще мало того, что не выспалась, еще вот это разбитое состояние, это просто пиздец. Папе тоже бегала сегодня всю ночь, она притом просто бегала, блядь, она спрыгивала с кровати и просто бегала, не знаю, полчаса бегала, не знаю, минут 40 бегала, она заебала бегать. Носочки грязные свои надень. Угу. Ну все, мы сейчас собираемся и уже выходим из дома. Я выезжаю на трассу, я сельские сучки слышат, как льва. Каждый житель беден, выглядит как рыбака. От увиденного у меня слезится глаз. На остановке 152 рубля, 2 хлеба. Йорк фреш, ветчина и сыр. А на чизе сэндвич. А руки помой. Чем? Какие руки помой? Помой руки. Блять, на полу валялась. Фу, воняет водкой тебе. Ой. Под сэндвич. А, под сэндвич заебись. Ты чё, вот так вот просто берешь и не жди, высохни руки. Давай высохни руки, а то сейчас будет. Тебе высохли? Есть. Откуда я знаю, ты чувствуешь. Как это выдавить? А, нормальный полутухляк. На дороге еды не добыть. Если едете куда-то, берите с собой. Правильно. Мы так на обратном пути, да, сделаем? Да, сэкономите деньги, блядь. Это дрочево столько стоит вообще, в шоке. Ну, какая-то кислая, странная штука. Я тоже полутухляк. Ну, вся семья, выдвигаемся. Вперед! Бежит прятаться. Чё за нахуй? Надо руки вверх поднять. Мы
сейчас едем по самой древней русской дороге. Еще в 42-м году по ней катались немцы на танках. Это рейтинг самых хуёвых дорог в России. Самая нищенская дорога, блядь, во вселенной, нахуй. Въезжаем, въезжаем. Шок. Макдональдс! Где Макдональдс? Вон, нихуя себе! Макдональдс! Этот киберпанк! Да, реально киберпанк! Не было года, все такое стало радужное. МакАвто есть даже. 124 часа даже работает, а не 24. Нихуя себе, реально? Да, 124 часа в сутки. Там так написано? Да нет, он так... О, Чебуречная! Откуда тут, Артём, такие вообще новшества? Чебуречная там. Ой. Эх. Все волнуются. Так. Вот так вот. Ну вот мы и приехали. Папе что-то чувствует. Она уже сбежать пытается изо всех сил. Тихо. Что-то с ней происходит. Она чует. Ну все, я кушать хочу. Да, я тоже. Мы сегодня съели мороженое и хлеб. Которые вам на обзор показали. Да, с земли. Да. Как выключить? Ой. Боже мой. Нормально. Мы дома. Мы дома. Артём, мы дома. Да. Правда, мы уже несколько часов дома, но мы дома. Приехали. Хорошо отдохнули. Блядь, нытьё собачье. Отдохнули, попили чаёк, покушали. Вот, встретили тут всех. Собак, кошек, родителей. Вот, замечательно посидели. И завтра направляемся уже снимать дом. Да, Артём? Да. Там эти грухи ваши всякие. Да. Любимый муж, красивый, суперский. Это нам, по-моему, Яна Ганик дарила, я помню. Яна, спасибо. Надо сейчас Китти найти толстую. Вы наверняка хотите знать, где Китти. Сейчас мы покажем. Вот Тера. Тера красивая такая. Вот тут я с Максом сидел, снимал Two Friends Gone Beasts. Это первый ролик Артема, который я с ним смотрела. И маме своей показывала. А мама говорит, а что это такой мальчик красивый, вот этот... Слева сидит на Макса, показывает. Говорю, что, тебе не нравится? Я говорю, мама, ты чего? Макс, звони моей маме. О, какая маленькая! Прикольно. Это уже все, он долгожитель, 13-летняя. Дикое животное. Какая толстая. Ага. Хотела толстенькую Китти показать, смотрите, какая. Стала пухленькая. Это что, гантеля? Это мое изобретение. Гантеля? Я уже не помню, с чего. Сейчас, блин, фокус. Она жива еще? Там, короче, что-то деревяшки я засунул. Блины тут валялись, когда мы эту квартиру купили. И я с деревяшки в трубу там все засунул. Ого! И как, накачался? Ничего себе, ее поднять вообще не могу. У меня спрашивали, когда лобста, блин, где? Вот же он, спустя столько лет. Это вот да. Слева Overwatch, а справа Тоттер, если кто не знал. А как он работает? Вот я еще. Хочу включить. Смотри, Артемки, приколы. Да помогите мне робота включить. Нормально. Сейчас папе, по-моему, в лицо прилетит. Убери. Да пусть воюет. Боже мой, капец. Депрессия какая-то у него. Короче, Артём и мама раскопала архивы, мы попросили найти всякие старые тетради, дневники. И вот из какого-то дневника выпало вот это. Грамоту дали Артёму, и тут какие-то наколки тюремные. Вообще что-то не поняли. Понимаешь, просто волгоданские грамоты по понятиям выдавались. Может, что-то такое, как бы украсить? Да, нашел звезда. Это что это? Сейчас он тебя набоксирует.
Она все, она офигела. Сейчас что-нибудь такое ржавое, еще какой-нибудь наугад вытащу. Ну-ка, наугад, только смотри, не подглядывай. О, боги, депрессия. Да ночь. О, боже. Да ночь. И трусы на окно натяну. Это рашка. Да, реально стринги. Да, да, да. Ночь и стринги. Нет, это жопа сумеиста приклеена. Ну, как ну, он так стал. О, боже мой. Ну да, видно, что с психикой. Видишь, тут не весело. Ну, не особо. Ну, ладно, я Джокер. Джокер. Ну реально, что ну, да. Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Ну что, у меня хорошие новости. Нас кинули с дома. С дома нас кинули, суки, бляди. Мы приехали в дом. В этом доме живут уже какие-то работяги для атомной. И нас хотят с этими работягами поселить. И нам сказали, сегодня суббота, а нам сказали, ну ничего, ничего, подождите, они во вторник выйдут. Все будет нормально, вы будете в доме одни. Еще во дворике стоит второй дом. Там тоже живут куча работяг. Там тоже сказали, что они выйдут во вторник. В итоге нам остался только первый этаж. На первом этаже только спальня и кухня, и больше нету нихуя. Во дворе там, конечно, какой-то мангал, блять, но там какое-то все хуёво, ржавое. Ой, чё ты тут сидишь? Да так, про кидалово рассказываю. О! 10 дней я отдыхаю у мамы, ем вкусную еду. Да? Слава богу, настроение еще не испортилось. 2000, блядь, в сутки за хуету какую-то. Да квартиру проще снять. Апартаменты меньше квартиры, блядь. Квартиру лучше снять. Да, да. Ну, там просто кухня и комната. Ебать вообще. Там кухня и комната. Обнаглевший хуй лысый, сука. Ну, поехали домой, блядь. Какой домой? Я не поеду домой. Лысый хуй. Едь вперед. Вперед? Да. Зачем? Не знаю, дай подумать. Едь вперед. Ну что, как вам? Вот мы вернулись. 34 минуты, как 5 секунд. Мы вообще в шоке. Я смотрю с превеликим удовольствием. Вы уже, наверное, забыли, что мы тут есть. Что тут сидим, попкорнчик хаваем за ваше здоровье. Тут мы хотим включиться и прояснить некоторый момент. В этот момент я перестала снимать влог, и дальше продолжал его снимать Артем на свою камеру. Все из-за того, что мы планировали, опять же, снять дом нормальный, двухэтажный, делать стримы, делать маленькие влоги и так далее. Но дом не получилось снять, потому что оказалось, что все эти дома, они типа дома. Там всегда по 3 бригады рабочих в разных комнатах живут. Да-да-да, это просто, ну, для работников атомной. Кстати, вот эти дома, они возле атомной стоят, да, и типа да, рабочим да. туда легче добираться. Это, оказывается, да. дома для работников атомной. И поэтому мы там денька 3 послонялись, что-то покушали, в гостях посидели, что-то повспали в основном. А потом вызвонили Макса и начали вместе снимать дальше влог. Да, но все это происходило уже у Артема на Артемину камеру, поэтому тут моя камера выключается. Вот. И посмотрим. Наверное, ненужная информация. Зато как красиво, ебать, звучало. Вот. Ну, поехали. Ну, в общем, погнали, да. Здравствуйте. Волгодонская МТМ. Здравствуйте! Вы на фоне Волгодональдса. Волгодональдс. В нашем замечательном городе Волгодонс, где совмещаются судьбы наши. Открылся первый, ну и последний Макдональдс Волгодонский. Сейчас вдруг последний, вдруг он далеко не будет. Ну если еще столько же населения прирастет, то вот еще, ну возможно не последний так, Макдональдс. Так волгодончане, займитесь делом. Размножайтесь. Да, размножайтесь. Это так 16-летний с детьми. Давайте побольше. Это первый наш трип по пищевым сладостям. Сладостям. Хуя себе, ты где это взял? Да куда ты снимаешь-то? Так, вот. Пойдемте отведаем замечательной американской пищи. Знаешь? Так хватит. Масочку. Итак, мой коллега покупает еду американскую. Плавными движениями он заходит в категорию картофеля. Какую же он хочет картошечку? Это понты, Макс. Я хочу понтов. Говорит, это что, с беконом? Нет, это сало. Сало? Вряд ли сало в Макдональдсе. Да? Это бекон. Тут нет сала, дай мне сало.
Да, Макс, зато он уже невкусно это есть. Да, потом уже будет не то впечатление. Да, сама. Мы же там возьмем. Ну вот, чуть-чуть там есть. Реально сало. Слушай, нету. На, у меня возьми. Вот, Артем, спасибо. Да, не за что, Макс. Котлетку я попробую. Котлеточку с картошечкой. Она острая? Еле-еле. У нее больше нравится, чем привезти. Ну, Макс, чесночная. Какой чесной? Какой чесной? А что, нет? Нет, нормально. Котлетка чесночная курочка. Не, ну, наверное, перчик. А что он такой бедный? Как это бедный? Он бедный какой-то. Он тонкий и бедный. У него такое жирное котлета. Что такое? Там должно быть куча салата. Может, салат не растет здесь такой? Ну, возможно, такое же, да? Понятно. Знаете, они же заводы все это делают. Ну так с Москвы далеко везти. Это не набитый цезар ролл для бедных. Так он стоит так же, ничего не для бедных. Ну, это да, наоборот. Он не набитый, так как это наоборот быть. Для богатых. Да, я в шоке. Меньше калорий. Короче, я ставлю этому Макдональдсу 10 из 10. Ни хера себе. А сколько ты поставил? 8. А почему? Сок мне не принесли. А, да. Ну это они вернулись. Это прохудившийся. И что? Это ролл не набитый. Худой ролл. Все остальное вроде такое же. Да. Ну ладно, тогда реально я поторопился. Тебя купили. Тогда 8, да. Логично. Что я делаю? А, это видео, блядь. Я хочу вон там, на романтике, блядь. А мы везде тебя сфоткаем. Ты будешь лучшим. Надо было купить лепестков всяких штук. Бля, вы идете как депутаты по этой площади. У него там реально яйца. Почему вообще, блядь, монгол нахуй волгодонский? Это же как его? Казах. Да, серьезно? Это, наверное, казак. Казак. Казах. Сейчас я всех сфоткаю. Готовьтесь. Вы... Блядь, я не могу! Кому хуй видео снимаешь? Я не могу сидеть, блядь, на картах, пиздец. Грустные лица только. Бля, Артём, кстати, район не проебал. Кого? Район. Давай, грустные, типа, вы грустите, тут кто-то похоронен. Там кто-то смеется с нас. Да, чё они ржут с нас, блядь? Мы сидим втроём на картах. Возле могилы, блядь. Ничего смешного. Ой, сейчас будет романтично. Вау, вот это да. Ты как будто померла. Да, блядь, даже дальше, даже в позе. Я тут не так фото. Да, как? А, вон, все ногами залазят на эту хуйню. И стоят такие. Да, вот. Вот такие, наверное, сейчас такие, вот так вот. Понимаю. Залазьте, хульте. Не, я боюсь. Ой, штаны не порви так. Ну, типа, крутая ты, победила. Вот, что будешь делать в новом году? Мало? Есть. Да. Планы? Есть. Какие? Кушать, спать, работать. Еще не знаю, что. Шить. Угодильничать. Да. Все, что хочется, чтобы сбывалось. Можно отдать? Ну как, ты думаешь? Ты пока не придумаешь все желания, потом дуй. Я придумал. Ура! Задула сразу все. Класс! Ну, как вы сейчас видели, мы в этом моменте отпраздновали день рождения. Было очень здорово, у Артёминой мамы было день рождения, она... Сказала, что будет в следующем году есть и пить. И заниматься шитьем или чем-нибудь поделками. Во, правильно, здорово. Ну и после этого наступали уже к концу, наступала наша поездка, и мы решили перед уездом пожарить шашлык, и там начался самый пиздец.
Там просто ад, боже, я так жду этого момента, и посмотреть именно это, я ждала все это время, потому что там такой ад, это просто взрывает мозг, блядь, что там происходило. Поехали. Поехали. Салам алейкум тут, салам алейкум там. Салам, родной Узбекистан. А за бортом мокрый снег и сильный север на юге. Да, что-то жестко сегодня. Пиздец, погода, блядь. Гермейч. Здорово. Шашлычный двор. Там вкусненько, между прочим. Да? Да. А, ну да, я тебя спрашиваю, я ел. Ага, ты жрал! Постой, я посижу, поговорю с хуем. Да ладно, не стесняйся. Не надо тебе разговаривать с хуями. Там большой шампур, 6 кусков больших мяса, нормально? Ну конечно, хватит. Давай они какой-нибудь из ТикТока нам модно спой. Вы меня все за, я хочу. Это древняя колхозная уже. Так, сейчас тогда. Снова я напиваюсь. Это тоже уже устарело? Ну понятно, неделя волгодонский. А ты, Макс, что знаешь, модное самое? Ты крышка. Абу-бандит. Ту-ту-ту-ту. Абу-бандит. Это из этого? Обезьяна из Аладдина? Да. Абу-бандит? Да. Реально? Ну я не такие концерты так. Абу? Да-да-да. О, Макс Абу включил. Че так тихо? Да, я понял, что за песня. Понял, да? Наверное, Каха какой-нибудь танцует под это. Да, по-любому, 100%. Что ты снимаешь тут? Сигнал, ждите. А ты какой-то элитный альбом взял, смотри, он переливается. Он даже на цену не посмотрел. Прикинь, какой мажор, блядь, волгодонский. Ну там одна и та же везде. Ради любимых этих зрителей. Зрители только на качественных листах рисуются. Да. Вот уголь дорогой. Ну ладно, ради зрителей. Все ради зрителей. А, мангал, Макс. И рожик тут где-нибудь. Во-во-во-во. Говно. Вот это нормально. Бля, будут вены скрыты сегодня. Да. Наш сынок. Мои килограммовые вафельные трубочки Макс мне купил. Давай на спор все съешь сейчас. Ебать. Даю тебе $1000. Ты реально? Да. А 4, блядь, нашелся тут, блядь. Че? А 4, говорю, нашелся тут. Ну надо же надо же контент делать. Да, $1000. $1000? Ну только ты еще все фильмы «Властелин колец» должна будешь посмотреть. Да, еще, блядь. А переписать мою квартиру, блядь. Не, машину это мне отдать, блядь. И жить на улице. Ну зато с $1000. $1000, мне кажется, Влад А4 с такими же условиями. На контракты у него. Да, контракты. Он со своими чуваками их оставил уже бедными, блядь. Они все по 1000 рублей каждое видео зарабатывают. Мы приехали варить шашлык. Макс хитрец, он писить идет, я знаю. Замачки вот эти писные. Откуда тут грязь взялась? Блядь, так вот. Семейка Тондари. Открывай батут. Я не знаю, кто у них был. Я, бля, не знаю. Ты что, не любил семейку Тондери? Семейку Дика Тондери. Я че русатый хуй этот? А я это, болтаю с Максом. А почему с Максом? Ну я диких животных. Понятно, а кто был друг у этой? Я диких животных знаю. Ну вот, Макс обезьяна. А, умная обезьяна? Да. Не умная, она просто умела разговаривать со всеми животными. А девочка умеет с обезьяной болтать. Ну обезьяна, блядь. Она не умная. Она обезьяна. Она типа такая всегда говорит, йоу, пойдем спасем жирафов. Ну сейчас вот должен будет обдать повороты. Чуваки, мы здесь. А вон там впереди. Мы вообще проебались, мы куда-то не в ту сторону. Мы едем в никуда, такого не существует. Вот так, вот так. Ну так это не та дорога. А, ну если. Не, ну так тоже можно как-то. Ну это, блядь, пиздец. Мы вот проехали. Вот это был самый короткий путь. Там все равно, блядь. Ну там, блин, песок. Снимаешь, там дед, блядь. Да не дед, там ребенок. Блять, не видно нихуя, фокус, да хватит дед, грязь фокусить. Это... Давай за ребенком. Ну... Дед ребенок. Да не дед ребенок, там ребенок там просто. Там дед рядом сидел. Да не рядом, а малой у него на хуе, а педали. А, да, реально? Ну как, да, малой у него на хуе. Реально? Реально. Да ну ладно. Ну и малой рулит. Да? Да, лет 7 ему. Да ладно, блядь. Нихуя себе, он вот, водит вот. Уверенно, он водит лучше, когда чем я. Когда малого очко сжимается, дед тормоз жмет. Я так же водил. Дед. Очко сжимается, я тоже. Все изнасилованы дедом. Да, мы такие, мы любим своих дедов.
Нормально! Нас ребенок привел на правильную дорогу. Ребенок, блядь, с дедом на охуе. Это же с дедом. Ребенок. У ребенка дед на хуе сидит, блядь, прикинь. Я вам говорил, это бетон. Давай, как будто ты, ну, путешественник знатный. Я, у меня просто, блядь, GPS, а они мне не верят, блядь. Говорят, там грязь, я говорю, там бетон, блядь. А я думал, ты не про эту дорогу, Мак. Я говорил, бетон там, а вы меня даже не слышите. Вы ездите со своими вот этими крысами. У тебя как будто так сердечный пристав будет. Ребенок разворачивается, ребята, лишь бы столкнули. Да пошел он нахуй, этот ребенок, блядь. Задави его. Да, сосать ему. О, давай деда в педофилии обвинять. Давай. Расти, расти. Все, а почему тебе нахуй? Где чего твое сидит? Нахую твое, блядь. О, тут главное не утони. О, ребеночек хитрый. И тут аккуратно едь. Ребенок нас ждал, пока мы уедем. О, красота. По-русски. Мне теперь бежать за ними 300 лет. Тут еще ветерок долбит. А у меня знаете, какие кроссовки? Вы видели мои кроссовки? Смотрите, мои кроссовки. Это летние кроссовки. Там уже вода. Че там хулиганишь? О, куда он пропал? Нормально? А лужа? Ну, лужа, да, ну, блядь. Ну, а везде лужа, блядь. Ой, да вам не угоди. О, нам, говорит, не угодит, заморет лужа, лужа. Спрятался за машиной. О, кстати, красиво. Поменьше ветра хоть. Ну, я говорю, да. Нормально, вы придумали, пацанва, только лужи, блядь, пошло дело. Воняет, Макс говорит. Воняет? Он говорит, воняет. А у нас есть зажигалка? Блядь. Блядь, да какого хера? Прикуриватель есть? Да. О! Только надо, ну, поставить прикуриваться. Нас это, нас кинули. С чем? Почему? Серьезно, больше не снимаешь, да? Да. Все, вот такой мангал. Да ладно. Серьезно, блядь? Да. Пиздец. Ты что думаешь, так что ли, блять, его жарить что ли? В поисках шашлыка уехали далеко за город. И тут рай. Да, охуеть. Давайте тут шашлык тогда. Да, охуенный рай. Ой, не, вы так не выйдете поссать. Ну тут грязь. Ань, ты тонешь прям реально. Всем привет, я утонула. Не, нормально. Ты утонула. Да нормально, не сын, блядь. Нормально, не утонула. Там же населенный пункт. Да, 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 самый прикол то, что мы едем шашлык пожарить, и все жестче погода становится. Типа, ну мы же не знаем, где пожарить, то на самом деле тупо из-за погоды. Пожарить могли во дворе. И не ездить куда-то в жопу мира. Да круто тут. А че, круто тут? Это ты тут говорил, че, погода? Че, я говорю, круто все. Весело будет. Ну сейчас, рыбая веселуха. Бензин кончается, мальчик. Что это там за дома на палках? Какой-то... А, ебать! Нормально. Ебать, там подвесной дом. Как в какой-то игре. Вот тут реально. Вот тут прикол. А посты вас не пугают? А это что за какой пост? Что это, блядь, пост? Что это, блядь, пост? Пост, блядь! Блядь, тут атмосферно, пиздос. Да, вообще, да, жесть. Туда заехали. Я пить не хочу. Я тоже хочу пить. Ну так обоссытесь уже, сходите. Это пиздец! А если мы отдадим им мясо, ну из-за того, что мы добрые? Они, короче, друг друга начнут жрать. Блядь, это целая семья, нахуй! У них Игра престолов, смотри, они все друг на друга похожи. Их кто-то кормит. Куча костей. Там куча костей? Куча костей вот лежит. Они съедают тех, кто сюда приезжает. Боже мой. Блин, ну покорми их, они реально... Пошел у них в доме на сал. Извините, собаки, блядь. Я тоже хочу к ним в дом посадить. Не, не, я лучше домой. Это пизда. Ну вообще, куда мы приехали? Ну погода плохая, лучше не надо. Давай, потому что погода плохая, им хоть и не поедят. Бьют за такое мясо друг друга. Боже, они не будут это есть вообще. Может, ты был с лавашом и соусом? Боже, у тебя чуть маленький любой.
они там с теплотрассы, пиздец, их повылезало, я в шоке была. Артём, там еще бегут, очень много собак сюда бежит, блядь. Вон там альфа-самец, блядь, бежит, волк ебать. Макс ест перед ними хлеб. Ты что, ты ебанулся? А что я? Альфа, альфа пробежал. Ебать, копай, где вы находитесь, чуваки? Я первый раз так собак кормлю. Гули, гули, гули. Блядь, у меня очень жуткий влог. Ничего, я вас сейчас. Очень ужасный влог. Психика людей будет страдать. Это как этот, Евротур или как фильм? Смотри, смотри, сколько хлеба. Давай кусок мяса типа мамки. Да, да. Где с сиськами? Где с сиськами? Ищи, где сиськи? Блять, они за мясо сейчас начинают жрать. Накидаем, сейчас тебя убьют за это мясо, блядь. Закидаем мясо, давай. Ты что стоишь, они же сейчас умрут, убьют нас. Жесть, шок, шашлыки, блядь, поели. Так, Макс продолжает угощать собачек. Только они начнут шины нам прокусывать, чтобы мы продолжали это делать. Ну да, их жалко. Но они все жирные, даже кутята. Видно, что все тут нормальные. Да они сосиски, ой, сиськи сосут потом. Они и они вон там все, вот там вот в дальней вот этой конуре, и там их много. Не подпускай их близко, в руках сосиска. Пожалуйста, дайте камеру, это такое. А я снимаю. Ты им сразу не кидай по одной, не кидайте им в гору. Макс тут пока. А чё? Собак, блядь, кормит. А ты же майонезик воткни. Ну да, я так. Дай мне тоже. Бля, мы все мясо тратим. Да, чё так много мяса уходит? Они сами мясо. Ага, блядь. Ты смотри, какие они жирные. Ну ничего. Они такие грустные стоят. Да, охуенно жирные. Блядь, печально. Все равно должны на природе кайфануть. Да, мы у нас пикник. Да, так. Ну, соус такой себе. Ну, прикольно. Все, последний. Ну, выглядит печально. Честно, если. Ну, ужасно. Ну, не, просто в кадре это выглядит вообще, типа. Какой-то, блядь, не знаю. Джон Сноу лежит в грязи, блядь. Прощайте! Пока, ебать! Пока! Пока! Спасибо, что вы побывали у вас в гостях! Спасибо, что съели наше мясо! И наши сосиски, и нашу еду! Спасибо! Прошу не выключать это видео, потому что еще будут сцены после титров. Ну, Артем, ты подарил мне сегодня много эмоций. Целое кино я сегодня посмотрела. Это мы все вместе подарили себе эмоции. И еще самое важное, это видео не особо-то для вас на самом деле. А для кого? Для нас, на память. Между прочим, да, кстати. Очень здорово, ребята. Если вам понравилась атмосфера, если вам понравился вообще ролик в целом, пожалуйста, поддержите данное видео лайком, обязательно пишите комментарии, любые слова, любая поддержка. Можете рассказывать что-нибудь, интересно будет почитать. Да, можете писать все, что хотите, я с радостью читаю, я читаю каждый комментарий, Артем читает каждый комментарий, да. На комментарии отвечаем, в комментариях общаемся, поэтому отдавайте свою энергию в комментариях, будем вас там ждать, будет нам что обсудить. Микрофон тихо. Там собака стоит, ёпарасоте. Подписывайтесь на все наши соцсети, на мои соцсети, подписывайтесь, ссылочку в описании. Подписывайтесь на Артема Моргана. На наши твичи. На твичи подписывайтесь, правильно? У нас там проходят часто прямые трансляции. Артем стримит, я стримлю, поэтому ссылочки тоже все в описании. Пишите, как вам такой формат. Может быть, у нас есть в планах, но не 100%, что мы будем такое делать. Но пишите, это важно. Потому что, возможно, если мы когда-нибудь поедем куда-то на отдых и так далее, мы можем брать две камеры, да, и снимать еще такие же большие влоги, но уже более специализированные под твой канал. Потому да, что тут все-таки я прям для себя снимал, и ты для себя. Да, да, и да. И такое. Да. А тут можно более так. Ну, короче, идеи столько, так что ваш отзыв нужен. Каждую субботу в 13:00 новый ролик. Всех любим, целуем. Всем пока! Все, остановит тебя полиция в этот раз? Нет. Никогда не останавливают. Блять, машина заблочена.
Мы в заперти. Блин, как кто-то сзади стоит, ждет. Да, как ты вообще? Когда-нибудь приедешь в гости? Ну да, ты сказал же. Че? Приедешь в гости? Ну да, ты говоришь, да. Уже третий день подряд. Я жду тебя все в гости. Все три дня ждем. Да. Ладно, привет. 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 Привет, приеду. Это все наши деньги. Да, он встряхивает, и рубли сыпятся, когда он встряхивает. Да? Да. Плюс 2200. Накапал рублей туда. Да, просто пару капель капнул, и плюс рубли. Блядь, сука. Он слышит. Да, еще и слышит. Да, блядь. И рублей не видно. Я сейчас на 2000 заправилась. Ну да, там было так написано. 2200, да, это же охуеть дорого. Да? Это очень дорого. Я тоже так думаю, дорого. Это очень дорого. Ну ты ж полный бак, а у тебя был пустой. А он V-Power, может, меня заправил, блядь? Ну самый дорогой бенз. Потому что у меня, сука, V-Power туда, блядь, натряхивал капли своей V-Power. Да, там, да, мне кажется, там вообще такой... Такие деньги. Туда, оттуда в бак тебе сыпятся деньги. Ты можешь назад продать кому-нибудь. Да, тачим слить бензин. Но это лишь бензин. Да, прокатали бензин, дин-дин-дин. Но это лишь бензин, дин-дин-дин. Прощайте! Пока, ебай! Пока! Пока!